получили вот эти неописуемые эмоции. Вот, потому что в наш 21 век очень редко можно найти возможность вот просто так вот прийти, сесть, проехаться и немножко окунуться в то время, немножко пережить эмоции, которые наши родители когда-то переживали. Вот, то есть очень все понравилось, все здорово. У меня отец всю жизнь говорил: буду богатый, куплю себе 21-ю Волгу. Но жизнь у него прошла, вроде бы и все есть, а Волги так у него не появилось. И в 2015 году у него как раз был юбилей, и мы с семьей решили, то, что надо сделать ему такой подарок. Была идея-то создать не классический какой-то вот такой музей, а музей именно живой истории. Наши все экспонаты, они на ходу. Они стоят на учете ежегодно. Для того, чтобы машина лучше сохранялась, она должна выполнять свои основные автомобильные функции. Она должна ездить, она должна радовать людей. Мы музей каких-то потерянных эмоциональных находок. Потому что люди, когда вот видят наши экспонаты, да, они начинают о чем-то задумываться, они начинают что-то вспоминать, они начинают своим детям о чем-то рассказывать. Причем такое вот близкое, родственное, такое вот семейное, такое вот воспоминание рождается.